смысле, скажи что-нибудь. Журчание воды. А так, журчание воды. Привет, привет. Слышно. О, так я разговаривала с вами с выключенным звуком. Это хорошо. Так. Ага, журчание воды. А сейчас журчания воды нету, интересно? Так, мне кажется, что журчание ушло. Пришла я. Как-то так вот что-то сделаю. Так, а Моровинд происходит на фоне всего этого? Его как-нибудь слышно? Так вот, допустим, если... Нет. А Моровинда нет. Печаль, беда. Пробуем еще раз. Так. И сейчас тоже? Теперь слышно. Чудненько, господа, прекрасно. А теперь вот так слышно, что даже мне громко. Но... Что ж поделать? Хорошо. Раз все хорошо. Все хорошо, я надеюсь. А, про построение пространства нам осталось тут не так уж много. Ост-тес. Больше того, это тес 3. Так что да. Погружаемся в приятные, как это говорил сейчас, old school свело. Но к делу. Осталось у нас по именно таким прям тренировочным упражнениям буквально, так сказать, считанные штуки. Дальше, под самый конец, немножечко по сторителлингу и прочим всяким дизайнам. Я планирую поговорить. Но сегодня такие очень... Мы продолжаем прям базовые тренировки. Именно в плане того, чтобы научить себя пространство конструировать, ну и, соответственно, отображать это все в концепте так, чтобы действительно было интересно... В первую очередь, с точки зрения потом для игрока, поскольку все-таки я про игры, для игрока все это было интересно изучать. Конечно, про интерес это всегда очень такая тонкая штука. То, что интересно одному, может быть, неинтересно другому. Но все-таки построение пространства довольно специфическая штука. Это такое нечто среднее между концепт-артом и левел-дизайном. И вот, собственно, сегодня чуть-чуть про... Ну, не то, что прям про левел-дизайн, а скорее про то, как натренировать себя строить интересные перепады высот, интересные какие-то закоулки, в которые хочется заглянуть. В общем, все про интерес и про простраивание каких-то вот историй, где... окружение вместе с природой и архитектуркой формирует действительно приятный опыт посещения. Я немножко поделюсь, например, как я играю, и сделаем пару скетчей. По крайней мере, таков план. Это наш друг с предыдущей тренировки. Как видите, ему не похорошело. Но мы найдем ему применение сегодня и будем надеяться, что с ним все будет хорошо. И еще небольшое количество наших друзей. О чем пойдет речь? Я показывала вот такие вот штучки. Это прям самый-самый простой вариант. Вот из чего они получались. Я беру фотографию и расширяю пространство чем-то,
чего на этой фотографии, ну, либо не было совсем, то есть архитектурка, либо какие-то, ну, просто абстрактные интересные штуки. Здесь точно так же могла быть какая-нибудь парящая башня а-ля башня магов из, не знаю, там, Героев Мечей и Магии. Как тренировка, мне кажется, это очень классная история. И просто в качестве иллюстрации того, как это можно сделать, взяла я вот такой вот свой старый арт. И дабы просто экономить время, я хочу его поставить вот сюда. Это фотография берег Белого моря Карелии. Это, по-моему, Соловки даже конкретно. Вот. Понятное дело, что для полноценной тренировки хорошо бы сначала построить домик. Но домик-то мы вроде как строили в прошлый раз. Конкретно этот домик, который мы строили на мотив еще одного домика, значит, смотрите в предыдущих сериях, я потом хочу пристроить вот сюда. Но не совсем сюда, поскольку у такой тренировки может быть несколько подходов. Вот один самый простой, который вот этот вот, когда, по сути, я ничего особо не меняю в фотографии. Все равно потом, скорее всего, захочется что-нибудь поменять, и это будет очень хорошо. Но для начала я это просто все туда поставлю. Такие же штуки можно проворачивать, собственно, и прям чистым фотобашем. Да, вот это я сейчас занимаюсь со своим старым артом. Типа мне сказал, не знаю, геймдизайнер, что мы хотим сделать вот с этим зданием новую локацию. Может быть, чуть-чуть переработать здание, может быть, нет. Там, на твое усмотрение. А хотим его получше вписать вот не в болото, а в каменистый берег. Поставь, как там будет свет ложиться, посмотри, какая это будет атмосфера, потому что здесь явное прям болото, оно сказывается и на вот окружающих тут подробностях, вот то, как тут все заросло мхом и всем остальным. И вот эти лодки там, они, скорее всего, такие уже не понадобятся. Посмотри, как это будет здесь выглядеть. Да, вот как-то так. Чтобы это было интересно глазу. Значит, вот горизонт. Вон он там. Вот горизонт. Горизонт всегда может быть у картинки только один. У всех объектов, вот это всегда веселье для начинающих фотобарашеров. За этим следите, и я буду это все время повторять. Может быть, занудно. Но лучше так. Сразу уже понятно, что нам эту картинку хорошо бы обработать. Потому что тут явно не хватает места. И это окружение, понятно, хочется сделать поинтересней. Оно сейчас ни теме здания не соответствует, в общем, особо ничему. И по сути, допустим, даже так, вот этот вот домик, когда я начинала его делать, это был просто набросок карандашный. Вы можете поступать точно так же. Вы можете приготовить заранее карандашный набросок какого-то здания. Пардон. И потом уже работать с ним. Вы можете
побродить по каким-нибудь там дачным поселкам в округе. Или попросить друзей там пофотографировать какие-то у них там есть, не знаю, прикольные дачи. Я, например, все время, когда приезжаю к родителям на дачу, делаю кучу всяких фотографий старых сараев, каких-то вот... Ну, мне вообще нравятся развалюхи. Валюхи-развалюхи. Вот. Они фактурные, они интересные, из них действительно прикольно что-то такое настроить. Вот. Значит, есть еще... Да, Зеленкой повеял, конечно. Вот. Есть еще такая штука с фотками, когда вот лепишь такие куличи, возникает, вот у меня, например, ощущение диссонанса, что, батюшки, у меня здесь такая восхитительная детализация, а я тут какие-то лепешки, не знаю, леплю. Вот есть два выхода для меня из этой штуки. Могу взять и наставить сюда этих лепешек. В смысле, закрыть их натуральными камнями. Это просто... Ну, этот, как он называется? А-а-а! Я забыла. Вот эта штука, в общем. Штампик. Вот. Есть второй вариант. Значит, беру я все это. Ну, как беру? Я в слоях запуталась. Так. И говорю... Убрать детали. Ну, вот хотя бы так. Вот, класс. Вообще, ничего не отвлекает. Мазочки можно класть уже гораздо спокойней. Допустим, поставим вот такую вот кисточку. Она у меня, по-моему, с текстурой. Ну, текстура отключена. Сейчас. Вот. Да? Да. Ну, вот. Дальше. Так, сейчас я на что-то отвлеклась. Кому-то нравятся морщины, кому-то развалюхи. Мне нравятся и морщины, и развалюхи, вы представляете? Я вообще люблю фактуру. Здание с историей прекрасно, я согласна. Да, добрый вечер. Слушайте, да, уже вечер. Немножко непривычное для меня время. Ну и ладно. Вот, значит, хочется его сделать, наверное, еще чуть-чуть более в красный. Хочу, чтобы он отбился от общего рыже-желтого вот этого. Всей этой рыже-желтой истории. Наверное, не слишком сильно, но вот куда-то в холодное его хочется забрать. Это именно тон материала. Не тон даже, а оттенок. Замечательный наш Леонид Ильюхин продолжает учить меня обращаться со светом. Я сейчас попробую тут что-то изобразить, благо материал позволяет, поскольку все-таки домик я бесплатно получила из старого арта. То есть надо хоть как-то, так сказать, вести себя получше с ним. А то я как намажу, как намажу. Соответственно, на плоскостях, повернутых вверх, можно добавить холодного. Это, во-первых, поможет убрать ненужные остатки истории из болота. Здесь тоже сыро. Но здесь это уже море. То есть тут могут быть вот эти морские такие, знаете, штуковины, которые такими комочками с приливом приезжают. Здесь остаются вот эти вот доски на ножках. Но хочется более такой сухой истории. Не про влажность в воздухе, а про скорее... Вот мы когда ходили там по Соловецким островам, мы приходили на моторке на какой-то небольшой островок. Там он примечателен тем, что там тундровая растительность. Вот кто был,
наверное, вы вспомните, даже он, по-моему, назывался «Остров Заячий» или что-то такое, какой-то, как будто про какое-то животное, не помню. По-моему, «Заячий». И по берегу лежали прибитые волной доски, вот какие-то такие вот деревяшки, иссушенные и такие, знаете, вот как будто... Я даже не знаю, как объяснить. Вот они видели некоторое дерьмо. Они пролежали на солнце долго. Они высохли, они просолились. И вот этого здесь эффекта хочется, и я его пытаюсь сделать, во-первых, холодным серым, который отражение неба. Это такой не совсем связанный непосредственно с темой тренировки ликбез. Это я пытаюсь на горячую делиться тем, что вот нам Леонид рассказывает. Могу что-нибудь набрать, кстати говоря. Если вы вдруг что-нибудь странное услышите, меня можно исправить. Вот. Плюс у нас здесь имеет место закат. Он вот... вроде как, судя по теням, чуть ли не из-за спины долбит, но я хочу его немножечко сместить, чтобы у меня свет шел примерно вот отсюда. Пусть он будет низкий, да, это не день, и даже там не полдень какой-нибудь, батюшки мои. А я его хочу сместить, вот чтобы он больше вот отсюда это делал. Соответственно, вот тут, возможно, будет уже и тень. Но там мы хотим ее смягчить, чтобы планы не перепутывались. Потому что вот сейчас видно, что они начинают это потихонечку делать, а у меня вот это ближе. Вот, там поверху пусть будет желтый отцвет. Вот, короче, то, что вот сейчас происходит, это тот этап в процессе фотобашинга, когда нужно подружить разные изображения между собой. Меня напрягает текстура тем, что она очень дает контрастный мазок. Я хочу помягче. Просветы. Просветы здесь вот хорошо бы, чтобы они не спорили с крышей. Поэтому тут мы их, наверное, остановим и скажем, что там, в общем, густые кусты. Густые. Как-то так. А вот тут происходит вот это закатное освещение. Значит, у нас крыша вот эта, она имеет вот такую штуку, а свет, он, в общем, довольно низкий. И мы скажем, что вот здесь оно ярче, чем вот тут. То бишь, вот тут может быть чуть-чуть холодноватого серого, а здесь может быть свет. Когда... Вот мы сейчас повторим примерно то же самое упражнение тут. Там будет принцип другой. Но на этапе вот такого вот включения одного изображения в другое очень важно вот это вот единство соблюдать. Вот это я сейчас обратила внимание, что у нас тут до этого была вот такая просто скучная полоса. Да? Оп, оп. Так как-то повеселее. Допустим, что у нас здесь все-таки между камнями вода какая-то просматривается. Нам это даст всякие вот такие прикольные штуки. Здесь. Так, и если продолжать с закатом, значит, предположим, что в доме окна не горят. Не горят. Это нам поможет высветлить само здание. Каким-нибудь мягким color dodge'ем, что ли, попробовать? Это мягковато слишком. Угу. О! Работает. Там можно себе представить, что там лес продолжается, поэтому мы сделаем что-то вот в таком духе. Но он все-таки чуть-чуть сверху. Это нам поможет навес крыши себе представить. Вот, отсюда мы его уже уберем, будет спорить, иначе вот с этими серыми штуковинами. Ну, в общем, вот примерно такая какая-то история. Ну и, конечно же,
Башеньку тоже хочется. С балконом что-то сделать. Вот. А за счет света, который мы тут сейчас построили, что получилось? Вот сейчас, ну, за счет совпадения тонов это достаточно мягко, но все-таки есть ощущение некой чужеродности. Особенно если посмотреть вот на каком-то совсем таком уменьшении, удалении, не знаю. Вот. Здесь вписанность уже гораздо лучше. Значит, вот эти балки частенько выступают из-под крыши, и это можно светом показать. Вот такие, скажем, лобовые решения, когда здание стоит к нам практически без перспективы, они с точки зрения концепта, скажем так, не особо популярны. Мы с вами об этом в прошлый раз говорили. Там, как правило, работает вот эта перспектива, когда, ну, даже, наверное, допустим, снизу она еще достаточно как бы, ну, близко к горизонту, невысоко. Вот. А вот тут все-таки, ну, как-то примерно там. Либо так, но тогда не видно крыши, либо часто вообще опускают все это ниже горизонта. И, например, для сити-билдеров, если особенно домики моделятся, очень часто можно вот какую-то такую историю для концепта видеть. Здесь это, поскольку тренировка, нету таких жестких требований, это скорее больше похоже на продумывание общего настроения в сцене. Продумать то, как здесь будет все устроено. Например, для интереса, вот представим себе, что это концепт для Ведьмака. Вот, значит, Геральт у нас есть, он там бегает повсюду, у него плотва, все дела. Как здесь можно все это организовать, чтобы это было интересно исследовать? Мне вспоминается, например, кто играл, деревня, где, значит, там трагическая история про какого-то там несчастного рыбака, который любил дочку местного какого-то лорда. Там, допустим, достаточно большая зона в локации построена на таких вот мостках. Там это тоже все берег, только не море, а озеро. Но здесь нам тоже ничего не мешает сказать, что это у нас озеро. Хотя история про соленые доски, в общем, мне больше нравится. Но неважно, берег, он берег и есть. То есть я могу вот здесь настроить таких вот мостков, которые, во-первых, мне помогут сделать приятный вход, на который чисто вот посмотреть хорошо. А во-вторых, интересно, как-то организуют зону. И это как раз-таки моя работа. Продумать что-то в зоне такое интересное, чтобы это был не просто коридорный уровень, а что-то, что действительно приятно посетить. Ну, я считаю, что это прям очень важная история. Вот, значит, растоптанные просоленные доски, мне кажется, могут отчасти отражать особенно яркие отсветы закатного света прямо на здании. Вот это, наверное, густовато. А это, наверное, ярковато, но мысль примерно в этом. То есть здесь отчасти у меня некоторые доски отражают отсветы от стен. Наверное, все-таки прибрать. Отчасти они отражают холодный свет неба. Вот здесь, кстати, холодного света неба тоже должно быть изрядно. Там он смешивается как-то хитро. Ну, например, вот так. Вот. И что еще? Здесь кажется пустовато, хотя это, конечно, не иллюстрация, но
допустим, если это там тот же какой-нибудь Skyrim, вот здесь вот может быть остров. Допустим, даже он такой повыше. То есть в основе его лежат там пара-тройка валунов, но он достаточно крупный, чтобы не полностью уходить под воду во время прилива, за счет чего на нем удерживается все-таки какая-то зелень. Значит, по плоскости у нас, если свет отсюда, то он будет скорее подсвечен вот так. Если его не перекрывает тень от дома, но тень от дома вроде как тут где-то должна закончиться. И там может быть, допустим, такая приземистая какая-нибудь... Я не знаю, это вот не березы, это какая-то другая история. Я не помню, как, кто это такие. Какие-то такие приземистые, узловатые ребята. Веточка. Больно контрастно, что ли, я не пойму. Можно прибрать. Допустим, так. Сейчас потерялась пристройка. Я бы ей, наверное, тени сделала контрастней, а крышу светлее. А там бы сделала более обобщенное пятно. А там бы убрала кусок берега. Он очень отвлекает, как мне кажется. И еще можно сказать просто вот так. С точки зрения иллюстрации, как я поняла, считается дурным тоном применять одновременно лайн и цветотоновую живопись. Но я к правилам отношусь с очень прикладной точки зрения, поскольку если это концепт, то мне важно передать идею пространства, то, чем оно наполнено, какую оно несет нагрузку. Но вот в данном случае, на мой взгляд, с эмоциональной точки зрения по поводу того, что здесь довольно много теплых цветов, спокойная обстановка, не происходит никаких пожаров и прочих неприятностей. Немножечко есть такой оттеночек увядания и ветхости. Все это вместе рождает, в общем, такое приятное захолустье. Ну, для меня приятное. То есть мне нравятся такие вещи. Естественно, для себя, для тренировки я буду рисовать то, что мне приятно. Это мы уже 100 раз говорили, но, как и обещала, я периодически об этом напоминаю. Поэтому каких-то супер жестких требований вот с точки зрения там техники исполнения. Технику исполнения вам, например, сообщит арт-директор, если вы, например, пытаетесь рисовать, не знаю, супер какие-то казуальные вещи, а делаете вы там того же Ведьмака. Вам объяснят, что вы не правы. А с точки зрения того, как это все передать так, чтобы оно читалось, и чтобы это было действительно интересно, вот тут я считаю как раз самое главное. Рада была тебя послушать. Мне пора бежать. Остальное смотрю в записи. Конечно, запись будет. Спасибо, Юлич. Итак,
На таком этапе обычно концепт обсуждается с 3D-шниками, с ребятами, которые карты собирают, и с прочими товарищами. И там дальше идет уже детализация, какое-то уточнение света и все такое, и все такое. На этом сама по себе тренировка, я считаю, может быть закончена. То есть дальше, насколько это прорисовывать, зависит уже от вашего настроения. Сама задача включить здание в окружение, вот оно было, мы тут растягивали что-то, не так важно. Вот оно сюда было поставлено, вот оно сюда было вписано. С использованием близких каких-то тонов. С вот этим приемом объединения материалов, когда у меня есть лесочек, это что-то одно, камни – это что-то другое, и доски, которые вот более фиолетовые, такие выделяющиеся среди всего прочего материала. Кстати говоря, я сейчас подумала, что вот тут тоже неплохо было бы сказать, что это они же. Вот. Это один из вариантов, что делать с скетчами домиков, которые вы там понаделали у себя в блокнотике. Можно взять фоточку вашу с поездки, а можно даже не вашу. Можно взять вообще чужую какую-нибудь фоточку. Вот у меня тут... Это все мои. А вот, допустим, такая прекрасная вещь. Если так вот совсем скетчево отработать, у меня просто вот подобные вещи вызывают полный восторг и как бы детскую радость. Я вот это вот сюда все так продлеваю. Вот эту штуковину я хочу видеть вообще посередине, потому что мне кажется, она восхитительна. Там как-то елка слиплась вот с этим деревом. Ну, мы такое уже много-много раз делали. Но я не могу остановиться. Тут, допустим, это может быть просто маленький островок. Там какой-то третий план интересный. С какими-то светлыми. Там были какие-то светлые такие штуковины. Это вот нам не надо, потому что у нас главный товарищ. Вот он. Там может быть река еще куда-то. Может быть, там даже еще водопад. Стой. Даже он вот здесь... Вот. Там, может быть, даже еще скалы какие-то присутствуют. А вот тут... Тут как бы продолжается история вот с таким лесом. Мне просто нужны пятна. Я их сюда кладу. В основном тоновые. Или тоновые. Допустим, вот это крутая история. Тут, допустим, какие-то скалы. Вот, допустим, тут больший уклон. Это всегда интересно. А здесь, допустим, меньший. Ой, там елка потеряла. Стой, вернись. Что-то такое. Что-то такое... Я, правда, уже в край опираюсь. Ну, ладно. Остальное можно вообще замазать. Тут вот эти какие-то такие покрытые мхом и травой склоны. А вот здесь, например, вот возле вот этого удивительного не пойми чего, стоит опять-таки какая-нибудь такая обветшалая двухэтажная. Не касается, не очень. Такая вот штуковина. Здесь вот вход. Который... Ну, тут она прям в скалу врезается, конечно же. Здесь какие-нибудь стоят там, не знаю, две палки с черепами. Коровьями или там козлинами. То есть это ведьма. Вот. Ну, и тут, допустим, тоже водопадик кусочек. То есть это такая гористая местность.
тут текут многочисленные всякие... О, Господи. Боевая музыка затесалась. Нет. Берем. Вот. А на дальнем плане там, допустим, какие-нибудь горы видать. Здесь не видать. А здесь видать. Но они очень-очень далеко, а здесь елки. Вот. Вот такими вот историями можно заниматься, ну, я не знаю, часами. Значит, как это все видеть? А здание не будет теряться на фоне елки? Хороший вопрос. Если это нас забеспокоит, мы можем сделать вот так. Вернуть ее на место. А это убрать? Может быть. Я люблю, чтобы оба удивительных объекта интереса... Ну, дом, он такой, он поспокойней. Я люблю, чтобы они стояли вместе. Но если есть сомнения, то надо пробовать. Вот. Допустим, у нас может быть интересная задача изначально дом от зрителя скрыть, запрятать его там за деревьями, а заставить его смотреть вот сюда. Что это? Так тоже можно. Вот. В общем... Суть в чем, да? Вот у нас была первоначальная какая-то штуковина. Вот что можно из нее получить. Мостик. Конечно. Тут, может, алтарь, например, стоит. Тут. Вот. Потом еще, например, мне очень нравится на таких штуках придумывать дорожки. Сейчас мы вернемся к вопросу о том, как тренировать вот это вот все, чтобы было сразу, сразу, чтобы в голове оно прям вот лезло вперед. Допустим, такие вот дорожки. И еще хотелось бы объяснить, что ну уровень-то у нас здоровый, там открытый мир, все такое. Стало быть, вот здесь тоже есть... Небольшой кусок бережка. Дорожка. И попадая в такую картину, я начинаю думать, так, а как мне попасть вот сюда? Вот я стою здесь. Вот у меня тут, допустим, все те же нами любимые мостки. Ну, мной лично, точно. То есть тут вот доски у меня, которые перекинуты через вот эти вот валуны непонятные. Валуны. Вот. Как мне попасть, например, сюда? То есть, мне, может быть, как-то мне получится вот там перейти. Допустим, как-нибудь так. Вот. То есть, продумывание того, как вы будете там ходить. Я это тренировала двумя способами. Во-первых, играя во всякие вот эти там Ведьмаков... Dragon Age, там были хорошие решения. Да в Skyrim даже были хорошие решения, хотя он такой довольно спокойненький в этом плане. Была очень классная игра Амалур. Там местами прям очень интересные перепады по высотам. Там он еще, по-моему, и без прыжков был. Это какая-то она довольно старая. И можно играть-то двумя способами. Можно просто играть. Можно загрузить сохранение, там, не знаю, какого-нибудь 80 уровня и бегать и зарисовывать. Причем я поняла довольно рано и призываю вас подумать об этом, что скриншоты у меня не работают. Они не помогают. Потому что открывая я папку со скриншотами, начинаю там на них глазеть, и... Ну, что-то я, конечно, в них увижу. Но гораздо эффективнее поставить на паузу игру, взять чаек, открыть блокнотик
и хотя бы схематично накидать вот именно схему того, как устроено пространство. Я это проговаривала, не поленюсь, проговорю еще раз. Какого тут у меня нету? Вот такого. Есть вот в моем воображении, допустим, там вот сюда можно зайти, сюда, там какие-то вот здесь истории, видно, что туда можно попасть. Вот это все наверняка проходимо. Вот тут надо туда зайти и снова попасть вот сюда. В смысле, не снова, а вот перебраться с одной плоскости на другую. Вот тут явно просто все доступно, ходи не хочу. Ну, тут вот, видимо, какая-то вода. Вот. Здесь явно область интереса, потому что в зданиях там, ну, какие-то, как минимум, предметы, там, не приведи Господи, еще квесты. Все вот это. Вероятно, вот там вот, ну, есть такое ощущение, что там какая-то еще наклонная долина, ну, а там я вижу мост, то есть можно еще попасть и туда. Вот эту структуру хотя бы даже просто вот в таких вот штуках, да, значит, тут у меня объект интереса, тут у меня какой-то объект интереса, ну, здесь лесочек, понятно, то есть... Лесочек этот можно поставить где угодно, но, смотрите, зона хорошо, когда организована так, что когда я впервые в нее попадаю, я такая, боже мой, я вроде как вижу достаточно много всего интересного, вот у меня тут хоть и деревья, ну, херово нарисованные, но мы же помним, что тут деревья, вот, но я сквозь них вижу, что, там же есть дом, туда надо зайти, там что-то будет, там, не знаю, полутать хотя бы что-то. Вот прикольное, интересное дерево, к нему ведет мостик. Вот здесь какая-то штука, куда я могу попасть, но пока не знаю как. Достаточно всего уже открыто, потому что если бы лес начинался прямо здесь, ну, сквозь него что-то бы я увидела, но хорошо, когда вдруг из леса выходишь на открытое пространство и такой, господи боже. Вот. И вот что важно, особенно с открытыми мирами, там вот даже какие-то, скажем, зоны. Ну вот делаем мы наш шутер. Там каждый уровень — это, по сути, арена для сражения там в разных количестве команд. Даже внутри зоны хорошо продумывать вот эти вот точки интереса, а уж в открытом мире тем более. И, допустим, когда скриншотишь или когда, ну, просто останавливаешь кадр, да, и вот видишь, по сути, плоскую картинку, все равно хорошо помнить, что это именно зона, что ее работоспособность заключена именно в том, что вот сейчас я отправлюсь ее исследовать. Вот для меня, как для человека, который тащится от исследования новых локаций, вот у меня мозг почему-то радуется больше всего этой деятельности. Я кидаюсь вот в эти вот новые зоны, где там есть, не знаю, там вот такой перепадик высоты, там какие-то реки, там что. А может быть, я могу вот здесь вот попрыгать? Просто вот с огромным интересом. И именно этот же интерес я пытаюсь вкладывать и в то окружение, которое предлагаю, помня все время, что какой бы плоский мой концепт не был на данный момент, это будет зона. Поэтому перепады высот, поэтому какие-то области, которые недоступны сразу, которые там перекрываются друг другом, вот как с этим лесочком, например. Просто в силу того, что мы все равно в итоге это будем наблюдать в 2D на плоском мониторе. Ну, VR — это чуть-чуть такая более сложная вещь, не буду сейчас про него говорить. Все равно хорошо продумывать атмосферку и первоначальные какие-то наброски, ну, вот в таких вот концептах обычно. Вот. А так мы потом просто начинаем взаимодействовать с левел-дизайнерами,
Это немножко более специфичная штука, сейчас в нашу тему немножко не влезает. Но, в общем, суть в чем? Из вот таких первоначальных штук получать, научить себя получать вот такие штуки можно, в том числе бегая по играм и собирая те решения, от которых лично вы испытываете. Ну, на мой взгляд, руководящая история — это, конечно, интерес. Интерес исследования. Вот. И тут мы плавно переходим ко второму упражнению. Так, а я вот это вот все тоже сохраню. Когда начинаем мы тренироваться на реальном мире. Это вот у меня через квартал такой есть... Ну, в общем, это посередине жилых домов. Я даже не знаю, как это назвать. Сквер, наверное. Так, вот это я тоже сохраню. Так. Здание-будь теряться на фоне елки почитала, потому что они трехмерные изображения. А вот что ты здесь имеешь в виду? Это то, что я озвучила по поводу того, что скриншот... У меня немножко другое объяснение, если это, конечно, тот вопрос. Я накапливаю эти скриншоты, и потом нифига с ними ничего не делаю. Все очень банально. Так, я забыла открыть файл, где у меня этот дом на отдельном слое. Есть ли он у меня вообще такой? Ай, бог с ним. Пуня. Вот так. Не то. Сюда мы его будем ставить. Но не совсем так. То есть у меня есть, значит, два исходных материала. Это вот мой сквер. Там на фотке плоховато видно. Поэтому я вам сейчас передам то, что я вижу, когда гуляю. Тут вот я стою на мостике, а это вот такая примерно низина. Там есть, по-моему, еще один мостик. Значит, эта тропинка поднимается там, эта тропинка поднимается тут. Понятно, что происходит. Здесь вот это дерево, оно все слиплось с фоном. На самом деле оно очень сильно выступает вот сюда вот вперед. То есть оно прям ко мне приближается. Ну вот. Ну, это плоскость. Эту фотографию я считаю... вообще супер неудачный с точки зрения того, чтобы на нее что-нибудь поставить. Ни ракурс неинтересный, ничего неинтересно, вот на мой взгляд. А интересен сам момент ощущения мной того пространства, которое могло бы получиться вот на этом материале. Как-то мы гуляли с семьей возле озера. Озеро, оно там с плотиной. То есть, с одной стороны берега насыпные. Прям такой вал конкретный. Идем мы по этому валу. Я смотрю на противоположный берег. Там так пляжик изгибается некоторой дугой и немножечко выступает в сторону, ну, как бы в центр водной глади. И я представляю себе, как бы это было круто, если бы на вот этой выступающей, назовем ее косе, была скала такая прям здоровенная. То есть это вот, значит, озеро. Вот тут вот мы такие идем. Вот здесь вот это вот такой пляжик. А вот это была бы супер такая скала. На ней... Ну и озера нет, это, конечно же, море. На ней там стоит какая-нибудь супер башня. Ну, а тут всякие пристройки. Маяк. Вот. Все это очень напоминает маяк, по-моему, в Дерале, что ли, я смотрела такие. Я уже не помню. То есть вот эти вот образы, которые я насобирала из игры, они накладываются на окружающий мир очень охотно и легко спустя там
ну, несколько месяцев тренировок. Вот. Соответственно, вот это вот все очень хочется усугубить, погнуть и в конечном итоге поставить вот эту вот, значит, красоту куда-то вот сюда. Размышляя вот об этой красоте в свете конкретно вот такого окружения, я, например, себе представляю, что вот это вот, это часть какого-то склона, то есть у меня есть какая-то плоскость тут, и у меня есть какое-то пространство здесь, напротив которого там вот этот вот второй берег, например. Вот. Соответственно, сейчас я разберусь со слоями и попробую это все изобразить. Я вот думаю, лучше наколупать... Да, давайте я попробую его лучше порвать. Значит, есть у меня вот этот лесочек. Во-первых, мне хочется почему-то отразить это все. Есть у меня вот этот вот лесочек. Он вместе вот со всем вот этим вот уедет вниз. Вот, потому что, на мой взгляд, перепад высоты и масштаб здесь вообще помогут. Значит, у меня есть вот тут вот схема человека. По моим таким вот представлениям, как это должно выглядеть, человек вот здесь, он примерно вот такой. Ну, может, чуть побольше. Как вот я себе представляю, да, может, еще чуть-чуть побольше. Вот такой, допустим. Соответственно, на переднем плане вот эта штука. Как она тут стоит? Ну, примерно как-то так. Допустим, даже она пусть будет на среднем плане, иначе я замучаюсь. Вот у меня там человек-то. Он как бы там присутствует. То есть это вот такая история. Это то, каким должен быть человек на примерно вот такой глубине, ну, скажем так, от меня. Соответственно, я все это должна собрать вот примерно настолько. Вот. Так, чтобы у меня вот здесь этот дом весь разместился. А я же его ведь хочу еще же, естественно, сделать трехмерным. То есть я хочу, чтобы вот эти все штуки, которые основное здание, они все были ко мне сюда ближе. Ну, как-то так, наверное. Так. Вот он тут. Этот как бы чуть-чуть подальше получился. То есть у нас где-то вот он, этот план. И вот он, этот человек. Ну, примерно что-то в этом духе. Соответственно, все это можно еще подзажать. Чтобы оно влезло. Как-то так. Вот, соответственно, все вот это тоже нужно сжать с соответственно, выбранному масштабу. То есть оно все вот такое. Это все как бы вот здесь. Но это деревья, которых нам нужно очень много. Которые как-то тут вот так заканчиваются. Вот это вот большое дерево я хотела бы видеть спереди. Я вот думаю, то, что он такой высокий. Может быть, ну его. Может быть, мы его обрежем? Есть такое стремление у меня. Хотя, с точки зрения концепта, резать нехорошо. Дальше. Это основная, скажем, высота.
тут вот эта вот долиночка такая, она вот здесь имеет еще один перепад. Я по-прежнему стою на мостике. Но этот мостик уже вознесен как бы изрядно подальше. Вот, плюс еще что я заметила, так это то, что линия горизонта у нас сейчас не совпадает с тем, что у нас было. Она примерно где-то вот тут была, а тут сейчас происходит форменное безобразие с этой точки зрения. То есть должно-то быть как минимум вот так. Значит, оно вот здесь. То есть оно все выше горизонта. Ну, допустим, мы это сделаем. Пусть оно будет не все выше горизонта. Но и то. Так, человек, человек. Еще ниже. Есть ощущение, что вот так, но пока непонятно. Так, небо хочется уже, пожалуй, установить. И посмотреть, что ж тут на самом деле по факту с горизонтом происходит. Башня. Лесенки тут все эти. Тут, поскольку это все вот так намекает, тут как бы тоже перепад. А это все сюда. Вот оно, наверное, так правдоподобнее. Причем я бы, наверное, вот это вот вытащила бы сюда же. Это примерно в таком вот, наверное, виде. Ну и, пожалуй, все-таки из концепта дома мы перейдем таки к концепту местности. Даже, наверное, вот так. Пусть главной точкой будет лучше это. Вот, потому что охватить все сразу... плохая история. Это много раз я уже обсуждала в смысле концепта для игрушки вор. Мой любимый пример. Если вдруг кто еще не слышал, то вы там напишите, я его повторю. Мы просто уже действительно много раз про это говорили. Так, тут вот перспектива будет какая-то такая. Но мы перспективу-то сейчас еще построим. Так, дайте-ка я вспомню. А, горизонт-то у меня тут нифига не так себе и расположен-то. Что-то я запуталась с горизонтами. Так, вот. Мы смотрим сюда. Горизонт он где-то вдоль вот этой ветки. Возможно, чуть ниже. Ветка. Вот он. Давайте скорее ставить горизонт, а то мне тут как-то неловко. Допустим, вот здесь он. Не нравится. Так, ну вот. Вот какие-то приличия, которых мы хотим придерживаться. Какие-то такие. А это противоположная точка. Она явно тут поближе. Это, видимо, какая-то вот такая. Здесь вроде сошлось. Что-то в этом духе. Вот, как-то поспокойнее. Стало быть, здесь у меня обещанный мостик. Пусть он как? Допустим, тут он вот идет вдоль вот этой всей... Это не на перспективной сетке. Тут он вот, допустим, с некой площадочки... Идет сначала вот так,
ну так, знаете ли, для игривости. А потом продолжает что-нибудь вот в этом духе делать. Дальше. Здесь вот эта вот площадка, я ее, пожалуй, подсокращу. Здесь перепад высоты, соответственно, вот здесь вот он еще более крутой. Тут, допустим, тропинка может идти дальше под мост. Примерно как оно в жизни в сквере и делает. А здесь вот эти вот холмы, которые несколько выше. А здесь это все более скалистая. Допустим, даже мы применим какой-то третий материал. А здесь мы можем вместо простой тропинки сделать небольшой серпантин. А-ля, опять же, там какой-то Skyrim. Я еще вот что поняла. Очень-очень суровый, некомфортный зеленый цвет у меня на фотографии получился. Но что ж поделать, ладно. Мне нравятся более такие желтые штуки. Ну, сейчас попробуем разбавить. Он прям какой-то очень суровый. Но там у нас была такая долинка. Ее терять не хочется. Ее, кстати, можно взять с исходной фотки. Там как-то приятно было. Батюшки. Так, человек. Что там, где? Ее можно так раскорячить. Для комфортности. Так, ну человек уже вроде как не потеряется, но на всякий случай пусть будет. Так, тут уже начались скалы. Скалы. Тропинки. Пусть здесь будут тоже, допустим, какие-нибудь прикольные кусты. Вот тут вот хорошо тени ложатся от кустов. Так прям приятно. Но вот это все салатовое безобразие. Соответственно, тут обратно такие кусты. Можно попробовать сымитировать чем-то таким. Значит, сначала какой-то фон, потом просветы неба. Небо тут какое-то достаточно белесое, но его можно потом будет вернуть и поярче. Ну, каким-то, пожалуй, другим инструментом. Вот. А вот здесь, получается, будет у нас нависать, во-первых, вот это мое мега-дерево. Оно, допустим, может уже и тут быть одно из них. Тогда, чтобы остальные были фоном, их можно поприбрать. И вот там тоже, но там лучше убирать уже другой кисточкой. А второе... Как бы тут с тоном-то разобраться? Оно прям, пусть будет прям вот здесь. Пусть оно закрывает часть дома. Что нам этот дом? В конце концов, у нас основная задача вот на... Ну, с точки зрения интереса, на мой взгляд, мостик и башенка. Потому что вот это вот все основное сооружение... Пусть пониже будет. Оно не так уж тут прям сильную роль играет. Вот, теперь у нас получается кашка за счет тонов. Все лезет вперед, никто не является фоном. Значит, будем все это обобщать, упрощать и так далее. Так, там мы не хотим высоких деревьев, потому что у нас есть вот это. Оно сейчас спорит, кстати, с башней объемом, поэтому, наверное, оно будет чуть-чуть вот поменьше в целом-то. И, допустим, все оно будет скорее торчащим в бока.
чем вверх. Как-то так. Так, здесь зелень для фона хорошо, а тут просто по высоте подобрать. А здесь уже будут крыши здания. Вот хочется, чтобы крыши-то оставались. И теперь надо прибрать слишком темные тона. Поскольку здание мы тогда делали умышленно в красных таких тонах, можно сохранить вполне. И его надо обобщить по тону. Можно даже еще. Вот. Та же самая беда сейчас, в общем, и вот здесь наблюдается. А вот тут как раз можно решить, я думаю, посильнее. Что это самый первый план. Здесь могут быть вот такие контрасты. И это, по сути, листва. Дерево торчащего как-то так вот здесь. Вот оно, видимо, откуда-то отсюда начинается, потому что тут, собственно, мост. Это-то площадка. А вот это-то мост. Допустим, он в основе своей каменный. Так, человек вот такой, мост вот такой. Ну, какую-нибудь там штуку можно сделать. Парапетики какие-нибудь. Вот. Хочется, наверное, что-то снялось с небом. Не придумывается пока, что с небом сделать. Оно там пасмурное какое-то. Никакое. Значит, здесь у нас тени. Тени такие обобщенные. А там просвет. И дорога уходит куда-то. Куда-то уходит. В таинственные, приятные какие-нибудь там долинки следующие. Может, там вообще сад какой-нибудь яблоневый. Там супер все так прекрасно и мило. Тут нависает вот этот наш большой друг. В общем, идиллическая картина, получается, надо сказать. Из-за все, из-за вот этого зеленого, невероятного, яркого, смачного такого. Вот. Тут, допустим, боже мой, все, пошли истории про яблоневый сад. Вот здесь может быть такая площадочка. С каким-нибудь тоже парапетиком. И, допустим, со скамейками. Там они будут влепляться друг в друга, потому что очень близко к горизонту. Наверное, надо вот сделать так. Вторую скамейку поставить вот здесь. И каких-нибудь цветочков там, батюшки. Что-нибудь в этом духе. Теперь эти цветочки придется сажать еще где-то, но тут тоже что поделать. Тут ведь как. Так, это скалы. Скалы раз, скалы два. Ту-ту-ту-тум. Очень хочется придать здесь желтизны. Не могу я прям вот эту зелень, она мне прям режет глаз. Не совсем ее, конечно, выпилить, но хоть как-то так. Это же неприлично как-то даже.
Так. Не очень понятно, для чего нужно небо, кроме как фон вот этой штуки. Значит, здесь у нас мост, тут у нас то, там у нас это. В принципе, работает. Значит, теперь если вернуться к зданию, где-то вот тут у меня... Мне кажется, можно довольно дешево решить некоторые вопросы объема. Например. О, привет! Ничего себе. Кино-то скоро закончится. Но я рада, что ты успел. Так, что-то в этом духе. Соответственно, там у нас основное здание. Основное... Ну, вот это вот наша основная вертикаль. Здесь неинтересное нам перекрывается. Не то чтобы неинтересное. Оно там, конечно, все прикольно. Но тут у нас основной герой — это вот то дерево, которое меня первоначально на все это и вдохновило. Вот это вот. Может, его можно как-то взять отсюда? В качестве просто, так сказать, приятного воспоминания. Как-нибудь так его тут раскорячить. Нормально. Нормально. Так. Его подтереть. Да, слушайте, неплохо. По детализации, если его уронить, так и вовсе хорошо получится. Если этой же кисточкой еще пошарашить... Хочется, чтобы она была понастойчивей. Во. Границы хочется отработать порезче. Так, и где этот неприличный зеленый? Может, он сюда неплохо встанет. Первоначальное его дерево не осталось ничего. Ну и ладно. Так, теперь хочется решить свет... Потому что он тут не есть. Учитывая то, что главная история все-таки вот эта. Так, а кроме того, я залезла вот сюда далеко, а не хотела этого. Потому что я потеряла эту штуку, которую я пыталась спасти. Спасала, спасала, потом взяла и стерла. Конечно. Нафиг нам? Свет. Я бы располагала скорее справа. Что нам это даст? Читаемость пространства, во-первых, свет, он, в общем, для этого, наверное, и нужен. Значит, немножко холодный, немножко темный. Это темновато. Так, и хочется, значит, пасмурный день, но в целом направление света вот какое-то такое. Значит, тут у меня вот этот лесок. Я хочу намекнуть, что он тут продолжается. Здесь у меня падает тень от башни. Здесь башня темнее, здесь башня темнее. Вот так на ней там что-то тоже падает. Здесь вот эта вот история. Тут тень вот здесь. Теперь света. Сильные света, наверное, нету смысла добавлять. Но мы попробуем
что-то более спокойное. Здесь, наверное, не такое насыщенное, поскольку все-таки пасмурность у нас присутствует. Что-то вот такое. Там какие-то были столбы, я их потеряла. Попробую сейчас вытащить. Так, а тут вот наоборот. Не что-то такое, конечно, странное. Ну, что-то наподобие. В целом, это день, поэтому дерево будет, конечно, здесь оставлять что-то от себя. Так, а здесь будет оставлять от себя что-то свет. На вот этих скалах. Так, кроме того, тень будет еще наблюдаться вот там. И я бы на самом деле обобщала бы вот там тоже все. Вот. Вот так объем начинает считываться постепенно. Так, смотрим, как у нас все это происходило. Немножко ретроспективой. Вот мы начали это все сюда впихивать. Впихивали, впихивали. Поставили небо. Метили цвета. Наметили пространство. Наставили деревьев. Наставили теней. Наставили цветов. Если это пасмурный день... Здание не делит ли картинку пополам? Да может и делит. Я никогда не видела в этом проблем. Здесь, в общем, вот со всякими вот этими штуками, типа, значит, на концепте здание делит картинку пополам, я решаю такие вопросы... скажем так, по мере поступления, если я тренируюсь встраивать здание в ландшафт, то мне первоначально хочется решить вопрос конструктива и вот этого вот моего любимого level design. Потом, например, можно взять... Оп. И, допустим, поскольку хочется вот этого, допустим, вот так вот побольше. Опс. Вот так сделать. И оно уже в центре как бы немножко по-другому пересобрано. Либо... Наоборот. Нет, все правильно. Вот. То есть то, что вас смущает, с этим можно как бы заниматься чем угодно в любую минуту. Мне здесь сейчас, наверное, хотелось бы больше про... порешать про вот эти вот высоты, уточнить, что во что тут переходит. Вот. То есть, если вы чувствуете, что чего-то не хватает или что-то должно быть сделано иначе, конечно, да, это надо менять. Так, тут вот конструктив мостика мне интересен. Край здания тоже хочется отработать чуть-чуть, без фанатизма. Допустим, объяснить, что вот это вот там находится в глубине, потом поворачивает вот так, окна, конечно, больше, пусть будет даже 3, например. Вот, и какие-то визуальные... Вот тут вот намеки дать на то, что там, возможно, тоже окна есть.
Всегда в рисунке очень много задач встает. Композиция, честно говоря, в концепте для меня на таком, не самом первом месте. Поскольку, ну, важнее, допустим, объяснить там, как, не знаю, как строится гора и как вот тут вот высоты организованы. Но действительно бывают задачи, когда хорошо все это и скомпоновать по, скажем так, сбалансированию. Вот. Это опять-таки, наверное, история для меня про всю ту же тему по поводу первостепенности задач. Если наставить себе очень много задач, может получиться так, что их будет тяжело решать сразу, и это приведет, в общем, к гибели больших человеческих жертв. К перегрузку. Русский язык иногда отключается. К перегрузкам. Некоторая пасмурность. Но вот, допустим, сквозь пасмурность вот здесь вот проглядывает какой-то свет, который чуть-чуть ложится здесь вот на вот эту пасмурность. Там чуть-чуть проглядывает. И вот, допустим, там мы его видим, но в целом пасмурность. Почему пасмурность здесь? Потому что у меня будет вот тут достаточно освещенная зона, а здесь, наоборот, тень. И напротив освещенной зоны хочется пасмурность, чтобы выделить ее, больше к ней внимания, именно контрастом привести. Вот. Значит, здание сейчас сильно перевешивает налево, поэтому, наверное, я бы все-таки вернулась к первоначальному варианту. Вот этому вот. Даже, может быть, действительно по скукоженней. Дабы не потерять предыдущие этапы, я не буду резать, я так вот сделаю. И типа так и было. Значит, это мне не нужно. Ну нет. А мне нужно вот это. Это я там пытаюсь немножечко слои организовать. Света, 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 объемы тут какие-то. Тут оно, допустим, вот так и вообще не надо особо. Ах, ну вот. Скалы, скалы. Трава, трава. Значит, здесь скалы ближе, тут они уходят вдаль. Если вдаль, то там, скорее всего, на них будет ложиться больше вот этих вот таких зеленоватых отцветов. Здесь они могут себе позволить быть холодными. Вот тут я их вижу вообще очень холодными, но, скорее всего, темнее. Так, они такие чуть пофиолетовей. Как будто. По материалам, просто чтобы отбить траву от скал. Понятно, что по скалам. Вот это как бы такой большой кусок, он какой-то скучный. Значит, вот здесь, допустим, более полого трава растет более активно. А здесь по круче наклон. Ну и, допустим, какие-то вот такие штуки скорее. А в тени, значит, вот здесь будет что-то от неба, а здесь будет скорее что-то от земли. Вот.
Ну, конечно, оно будет не такое прям холодное-холодное. Оно какое-то такое сероватое. Во! Опора, опора. Балка. Стена. Фон. Вот такую примерно я себе и видела картину в глубине себя, когда гуляла по скверу. Здесь точно совершенно очень шумно. То есть вот это все я склонна прям супер обобщить, чтобы выделить и дерево мое любимое, с которого, можно сказать, все это началось, чтобы плоскости там отбить друг от друга пограмотнее. Вот здесь это вообще-то башня продолжается. Вернее, ее такой какой-то нижний этаж. Так, там тогда вот эта палка будет скорее вот здесь находиться. Вот. И дальше уже вперед к деталям, которые, пожалуй, что не сегодня. Что мы говорим деталям? Не сегодня. Здесь у нас все более пологое, там вот эти тени такие приятные. Что это больше выступает? Приятные тени. Трава. Что-то такое весеннее во всем этом есть. Цветочки еще эти. Вот тут, допустим. Вот, здесь, чего, на мой взгляд, слабовато, тут бы, наверное, намек на какой-нибудь вход, потому что первоначально-то у нас здание, вход имеет главный где-то там, а тут смотреть получается не на что. Либо здесь сделать вход, ну, такой не особо главный, а сказать, что можно вот по этой площадке зайти туда вот. Площадка, допустим, тоже каменная. Кстати, где моя перспектива? Я чувствую, что что-то происходит не то. Тут-то, тут-то все уехало. Вот. И там уже сделать намек на то, что можно вот туда попасть. Вот. Потом, допустим, что еще? На мой взгляд, не очень хорошо получилось то, что у меня дорожки темнее, чем стены. Я бы это переиначила прямо резко и внезапно. Ну и с мостом та же история. Все-таки оно смотрит вверх. Тут вот в тени будет что-то похолоднее. Это тень от дерева. Вот. Но в целом вот так явно лучше. Тут тоже можно воспроизвести эту историю. Потому что у нас вроде как все дорожки светлые, и тут прям какой-то провал. Из-за этого ломается плоскость. Вот. Ну и дальше все это вот про детализацию и прочие такие вещи. То есть задача встроить сооружение в некое вот примерещившееся мне такое прям суперпространство, которое, по сути, вот тут кусочек от него остался. Он чуть-чуть там расширился и дополнился, но здесь вырос уже и, значит, выросло два уступа. На которых все это располагается. И сад этот продолжился дальше. Можно намекать на то, насколько дальше он продолжился. Можно намекать на то, что он продолжается там в виде, допустим, каких-нибудь террасок интересных.
которые там одна с другой как-нибудь пересекаются. Прикольно. В смысле, там, может, какие-нибудь лесенки тоже, дорожки есть дальше. Но по сути, то, что происходило первоначально, оно тут вот, вот оно, вот оно, это тут мега-дерево, которое уехало вот сюда, и у него есть еще брат вот тут. Это все к чему? Когда вы планируете такую тренировку, допустим, на сегодня, там, не знаю, на вечер, на завтра, неважно, погуляйте по округе и подумайте о том, где вы можете найти для этих тренировок темы. Вот такое вот держать в голове, на мой взгляд, очень приятно и полезно, в первую очередь по вопросу того, что вы можете в любой момент, получив очередную задачу от своего там работодателя, арт-директора, неважно, просто сесть и начать делать, потому что у вас в голове есть схемы, которые вы придумали заранее. И эти схемы вы берете без какой-то паузы, просто сразу начинаете делать. Возможно, сначала этих схем будет мало. Возможно, там вам придется сначала поискать всяких рефов. Окей, да, ищите рефы. Но вот пробовать такие вещи выращивать, я бы, наверное, даже сказала, из увиденных вами каких-то очень обыденных пейзажей, мне кажется, во-первых, это прикольно, а во-вторых, это очень полезно просто даже для головы. Не говоря уже о карьере. Потому что, ну, это, наверное, поначалу воспринимается. У меня, например, поначалу это воспринималось достаточно так сурово. То, что, в общем-то, одно из основных конкурентных качеств в нашей работе — это все-таки скорость. И вот для меня как раз-таки именно скорость... продумывание. Ну, рисование, это понятно. Рисование — это технический скилл. Он тренируется, на мой взгляд, просто вот технично достаточно. А вот скилл придумывания, вот это как раз, по-моему, очень ценная вещь. По крайней мере, это то, чего для меня было одной из самых таких прям ёмких задач. Я подумала, очень скучно, что они на одной высоте. Я не знаю, это я так первоначально делала. Это я зря. Эпичная музыка. Я ее пропущу. Это и следующая эпичная музыка. Вот так. Вот. Козырное слово стрима. Вот. А я тем временем подобралась вплотную к финишу и готова поотвечать на какие-нибудь вопросы. А пока вы их сочиняете, следующий стрим, пока не готова сказать когда, наверное, через пару недель, будет про интерьеры. Маленький спойлер. Интерьер — это экстерьер, вывернутый наизнанку. То есть все то же самое, что мы перечисляли, оно будет вполне себе работать для интерьера. Посмотрим, какие можно там упражнения придумать. И приближаемся мы уже к тем упражнениям, которые будут больше про... Ну, даже не то, чтобы прям дизайн какой-то, не знаю, там, супер работу с формой. Про сторителлинг. Там, скорее всего, будет не один стрим даже. Но пока я еще не решила, как их там лучше разбить. Поскольку там прям это целая история. Как, в общем, несложно догадаться. Так. Во время самоизоляции крыша едет. Гуляйте, где мало народу. Солнышко впитывайте кожей, дышите.
И не кушать много макарон с хелбом. Ну как не кушать много макарон? Что ж такое? Артблок просто замучил. Это что такое про артблок? Нигде не мало народу. Слушайте, ну я приняла за философскую концепцию то, что на улице, ну, я поскольку там ни с кем не целуюсь, вроде как оно и ладно. Ну, не гулять для меня равносильно просто... Ну, то есть это не жизнь. Как же если говорить честно. Я иногда там, не знаю, вместе с родными начинаю ныть на эту тему, но мне, честно говоря, уже это все... Крыша едет, это правда. Но это не повод впадать в совсем уж упаднические настроения. Зато смотрите, как классно. Можете нарисовать кучу артов. Просто кучу. Исключительно в терапевтических целях, чтобы крышняк не уехал окончательно. Берегите кукуху, господа. Вирус пройдет, а кукуха останется. А, арт-блок в смысле не рисуй. Ну, тут я даже не знаю. Тут я только могу свою любимую историю повторить по поводу того, что у меня есть телефоны нескольких прекрасных психологов, которые, возможно, с этим помогут справиться. А так, не знаю, руки в ноги и работать. В рот мне ноги, там как-то. Кому как больше нравится. Так, ну, я подожду еще чуть-чуть вопросиков, пока порисую все подряд. Мне что-то прям вот хочется как-то вот это все... Да прям вот так. Вот так, тут какие-то вот эти повороты тропинки, бог с ними. Сейчас вот это все раскорячить. Мне кажется, там будет лучше. Там оно с перспективой, конечно, дружить перестает мгновенно. На... просто на раз. Ну, чуть-чуть. Ну вот как-то хотя бы так, а то оно какое-то тонкое, нелепое. Не убеждает она меня в своей правоте. Что-то типа такого. В рот мне КПТ. Не знаю, что такое КПТ. Ну, как тебе больше нравится? Так. Ну что ж, господа. Ежели вопросов больше нет, то мне остается только поблагодарить вас за то, что вы со мной побыли. За ваше время. Я надеюсь, вы его потратили тоже, может быть, рисуя. По крайней мере, вам было интересно. А так как это... О дне следующего заседания будет объявлено особо. Вот. Я вам желаю, естественно, в нынешних условиях отдельно здоровья. А все остальное... Я думаю, что вы сможете себе добыть сами. Все будет хорошо. Потом будет плохо. Потом будет снова хорошо. Так что не стоит отчаиваться. Так, вот, пришел вопрос. Философский. Чем конкретно крут Томас Шолс, не считая, может быть, работы с цветом? Томас Шолс для меня крут в методе пересборки локаций и зданий из бесконечного количества кусочков. Вот.
Что лучше? Задачка поинтереснее, но за которую платят меньше, или что-то скучное, но за которое могут отсыпать город золото? А можно и то, и другое по очереди? Вот у меня, например, на работе примерно так и бывает. То есть зарплата-то, она как бы зарплата, а бывают задачки интересные, мозголомные, после которых хочется пойти в отпуск. А есть задачки прекрасные и скучные, во время которых мы, например, сидим с моими друзьями-моделерами в общем аудиочате и просто вот без остановки. Так что задачи все прекрасные. Вам тоже спасибо за все. Я тогда буду прощаться. Еще раз всем всяческих благ. Как там это? Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот. Спасибо, очень крутой стрим. И тебе спасибо большое. Я надеюсь, что было интересно. Если будут оставаться еще какие-то вопросы, все время можно мне написать. И все, хорошего вам, приятного вечера. Всем пока-пока.